Что такое псевдоним и зачем он нужен, какие сказки написал Максим Горький и как нарисовать его портрет с помощью пословиц и поговорок. На эти и другие вопросы предстояло ответить участникам всероссийской акции «Неделя книги», которая прошла в библиотеке имени Пушкина. Задача нашей детской библиотеки была рассказать ребятам о писателе нестандартно, не так, как рассказывают в школе. Мы очень старались, надеемся, что у нас все получилось. Честно говоря, в этом году в связи с юбилеем мы и сами для себя сделали немало удивительных открытий и знакомились с биографией этого писателя. Это был уникальный человек, которым остается только гордиться, восхищаться. Сотрудники детской библиотеки рассказали о тяжелом детстве писателя, о том, как рано Алеша Пешков стал зарабатывать себе на жизнь, с чего начинался его великий путь в литературу. Ребята узнали об интересных фактах из биографии писателя и истории создания произведений, которые стали классикой русской литературы. Он сначала был бедняком, потом он стал известен, что он любил своих родных, помогал близким, писал детям сказки, помогал им. На празднике наградили участников конкурса «Слово о Горьком. Перезагрузка». Ребятам вручили дипломы и памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.